Добрый день, друзья, все подписчики канала, Агроземледелие. Друзья, ну вот такие вот крепления будем делать на ковш. Уже посверлили, это под нижний палец 28, ну просверлили 29. Сороковку сверло нашли, но он в станок не влазит, конус другой. Значит, автогеном расширили и гравером доработали. И получается вот такая вот картина. Сейчас фокус возьмем. Вот, отлично получилось. Сейчас будем вторую пластину делать. Гравером работаем. Еще с Китая пришли такие шарошки. Выписывал. Вообще эти шарошки бомбовские. Вот это всего одну даже не потратил до конца. Вот она, вчера я пробовал. Только маленький конус как бы стерся. Вот это все ей сделал. Сейчас будем эту пластину делать. Ну и потом подгонять крепление. Все, работаем. Так, ну вот, путем нехитрых махинаций подогнали все дырки. Дырки. Вот, а для крестьянина. Он любит дырки. Короче, все четыре пластины готовы. Сейчас будем их облегчить. Обрезать, метить. Ну, сначала подставим. Так, друзья, ну а покуда пьем чай. И хочу вам показать, какая у меня кружечка от доброго дядьки в Германии. Кто подписан на мой канал, знают, добрый дядька мне посылочки высылал в количестве аж 3 штук. И вот теперь у меня кружечка добрый дядька в Германии. Константин, привет тебе огромный. Спасибо тебе за эту кружечку. В общем, как-то так, друзья. Подписываемся на канал доброго дядьки. Вот он на своей новой аудюхе, модель не помню, но точила класс, вообще прям бомбическая. Да, ну и пользуясь случаем, полноценная у нас уже бендюга, мы наклеим сюда логотип нашего канала Агроземледелие. Сейчас немножко потеплеет, наклеим и вам покажем. В общем, как-то так, друзья. Да, хочу показать еще сколько стружки от гравера. Не знаю, камера передаст, не передаст, но стружки валом, прям капец. Вот это вот гравёру. Решил попробовать, насколько крупная, ой, шарошка от этого. Как долго ее можно давить и пекти, насколько клей хороший здесь. Ну вот, все-таки удалось мне одну шарошку перевести. Нагрел до такой степени, он клей аж полопался. В общем, как-то так. Ну вот одной, получается, вот она одна поломалась, второй двумя шарошками. 4 дырки расфигачил. В общем, как-то так. Шарошки очень обалденные. Диаметр, по-моему, 12-ка. Это я специально самый большой диаметр искал, нашел. Но я ни грамма не пожалел, что я их взял. Здесь в упаковке 50 штук. В общем, так, друзья, пьем чай доброго дядьки. И будем дальше работать. Так, вварили сюда такой вот швеллер. Обалденно все получилось. Крепление. Не вижу я крепление. Вот оно стоит, крепление. Сейчас надо выпилять, повыпиливать. Здесь вот отметили. Все повыпиливаем и будем вваривать крепление. Ну, вот такой ковш. Вот это вот финальный этап. Потом покраска.
будет. В общем, занимаемся, друзья. Занимаемся. С металлом долго возимся. С креплениями надо все до миллиметра вымерять. Чтоб и ни косины не было. Чтоб нормально все было. Самая такая ответственная работа. В общем, работаем. Как вам тут работается? Хорошо. Зависит.